Капец, непонятно. Там прямое попадание. Так, он убежал. Кирилл Карло, моего одногруппника, картонка, теперь у меня карантин. Коронка. А, офигеть. Блин, печально. Ну, тебя поздравляю, другу сочувствую. Стрейкер, это такая параша на самом деле. Ладно, пофиг. Ебать. Что произошло? Так, ладно. Мне теперь нужен магаз. Где-то ближайший. Дофига максимум. Так, где-то у меня тут был с этим. С комплектом уже в пути. Да, наверное, с этим побегаем. Земля главному заказывает беспилотник. Нужно обнаружить цели. ППЛА входит в район. Так, чё, чел, ты чё, собираешься? Хоть зону-то нет? Как бы уже пора. Он прям супер от края играет, я так понял. Ошибся. Внимание, у ППЛА топливо на исходе. Иду на базу. Блин, очень далеко нужен транспорт. Зона очень далеко. И 27 секунд, да, надо за транспортом бежать по-любому. Однозначно. Что в городе, блин, ездить, это, конечно, самоубийство. Ну ладно. Потом как-нибудь попетляем. Что, прям так и никого нет. Охренеть. Ну надо БПЛА покупать тогда, что, смотреть, кто тут есть. Ну тут в городе все. Так, и один чел у меня тут. Он отсюда же, да, светил, по-моему? Или отсюда?
What the fuck, чел? У чела по-любому это... Газ рядом с вами. Безопасная зона сместилась. Мне сейчас нельзя БПЛА юзать ни в коем случае. Хотя, наверное, придется. БПЛА входит в район операции. Ну, тут у меня full open, как бы. Я думаю, что... Не знаю. Надо чуть-чуть выше как-то подняться. Желательно тоже сходить. Но я, если честно, больше никого не вижу вообще по фулу. Но найдутся все равно спиногрызы, которые начнут стрелять в спину. Ну все, в принципе, можно уже не торопиться дальше. Ну, сейчас только КБ играю. Единственное, сзади тоже, наверное, должен. Я вот хз, мне не надо туда по факту идти. На характере. Угу. Ну, его сейчас выдавит все равно. Все, что ли? А чё так? А чё так быстро? Кстати, прикольный комплект. Я брал уже топчик с AX, ну вот с этим, с эмкой, с этой. Но с кариком, в принципе, тоже так-то реализовано нормально.